Здравствуйте! Для работы нам понадобится лист бумаги, гуашь, кисть, баночка для воды, ватные палочки, зубная щетка, пластиковая карта. Тонируем лист бумаги. Используя ватные палочки, рисуем деревья разных цветов. Зубной щеткой рисуем отражение в воде. На пластиковую карту наносим белую краску и рисуем блики воды. Другой стороной кисти рисуем ствол и ветки деревьев. Спасибо за внимание!